Он социоморфен. Вот этот куст видения, стохастического видения мира, он существен. Я приведу положительный пример. Есть замечательная книга социолога Дюркейма, которая называется «Самоубийство». Самоубийство – это такой интимный театр. Да? Удивительный, парадоксальный, необычный. Это какая собранность воли должна быть для того, чтобы решить себя жить. И казалось бы, вот и тут, для того, чтобы понять, что такое самоубийство, вот и погружайся в глубины человеческой души. Нет, говорит Дюркейм, если вы будете погружаться, вы ничего не узнаете. Я вам покажу иной путь. Статистика откроет вам суть самоубийства. Статистика. Вот, например, как вы думаете, когда чаще всего люди кончают с собой? В какое время года? На статистическом материале, что пик самоубийств – июль. Июль. И он показал, что это время пика всех других форм активности. Таким образом, самоубийство как форма активности. Как вы думаете, кто чаще кончает с собой? Ну, скажем, вдовец с детьми или муж в бездетной паре? Муж. Муж в бездетной паре. И отсюда, смотрите, какая вещь. Узы, связывающие с детьми, сильнее, чем узы, связывающие браки. Это школа уж хорошая. Ну да, да. Ну, я не могу кончить с собой, я несу обязанность, да? Вот. Ну и так далее. Там же он показал, что, кстати говоря, среди протестантов, процент это еще до Вебера, протестантов уровень самоубийств выше, чем среди католиков. Это точно. Ну, естественно. Почему? Протестантизм в своей ментальности более ориентирован на внутреннюю жизнь и рефлексию выше, чем в католицизме, который мыслит не через «я», а через «мы». Католицизм вызвал убийство. Да, кстати, убийство и самоубийство. Уровень самоубийств падает во время войны. Таким образом, он показал, что статистика вот эта может быть мощнейшим средством для исследования глубин человеческой души. Вот это, кстати, я считаю, что эта книга, это, конечно, некий апофеоз социологии. Тут вот. Это социальный философ этого всего не мог бы сделать. Но это все к тому, что вот этот дискурс, деятельностный дискурс, теснейшим образом связан с идеей сложности и с идеей стохастики.